Серпухов, привет! Вы на канале Автобонус Групп, а мы в Немецавто. Сегодня у нас в Немце BMW копеечка, будем прописывать аккумулятор. Человек сам поменял аккумулятор, но у него загорелась ошибка. Скорее всего, на аккумуляторе, на минусовой клемме, стоит датчик IBS. Давайте посмотрим, стоит он или нет. Находим аккумулятор, он у нас в багажнике. И на минусовой схеме видим этот датчик, который называется IBS. У нас очень много ошибок, но это в основном из-за просадки аккумулятора. Заходим в блок аккумулятора и регистрируем замену аккумулятора. Ну что, замену аккумулятора мы удачно зарегистрировали. Если вы сами меняете аккумулятор, обратите внимание, стоит ли этот датчик IBS на минусовой схеме. Если вдруг стоит, то обязательно нужно делать через компьютер. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Всем пока!